4 года усердной работы над собой. 4 года они грызли гранит науки, поглощая один за другим лекции, семинары, экзамены и зачеты. Сегодня особенно отличившиеся выпускники Казанского федерального университета получали итог своей работы – красные дипломы. На торжественной церемонии присутствовал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он поздравил бывших студентов с успешным окончанием учебы. Поздравляю вас с этим замечательным торжественным днем и желаю вам всем удачи. Желаю, чтобы вы нашли работу по интересу, чтобы вы, надеюсь, быстро ориентировались в быстро меняющемся рынке труда, и чтобы вы не закончили факультет, допустим, либо институт физики, математики, ВНК, экономики, чтобы могли монетизировать свое собственное «я» и уютно себя чувствовать во всех условиях нашей жизни. В этот день из рук ректора и директоров институтов выпускники получили свои заветные, долгожданные и заслуженные красные дипломы. Казанский федеральный университет дал мне очень много новых друзей, новых знакомых, свой танцевальный коллектив я обожаю. Я на протяжении всех годов обучения была частью этой семьи и очень счастлива. В каждом институте университета нашлись также и те, кто был признан лучшим из лучших. Выпускники были награждены шарфом, статуэткой с эмблемой Казанского университета и благодарственным письмом за подписью ректора КФУ Ильшата Гафурова. Эмоции на самом деле переполняют, и они противоречивые. Мне одновременно очень радостно, все-таки диплом с отличием, но и одновременно также грустно, потому что впереди магистратура, впереди экзамены, и стоит еще потрудиться. Альма-матер, я думаю, мы многому благодарны нашему учебному заведению. В первую очередь это знания, фундаментальные знания, друзей, знакомства и воспоминания, эмоции. В этот день они и радуются, и грустят одновременно. Ведь стены университета за эти годы уже стали родными. Признаются, жалко расставаться с любимыми сокурсниками и преподавателями. И с удовольствием дают советы тем, кому этот путь еще предстоит. Обязательно не бойтесь экспериментировать. Всегда везде участвуйте, пробуйте. Обязательно у вас все получится. Удачи, выбирайте лучший вуз. В ответном слове выпускники отметили, насколько важно и приятно сегодня стоять на этой сцене. Признались, что весьма грустно расставаться с уже таким родным университетом. Пообещали гордо нести звание выпускника одного из лучших университетов, а также поблагодарили руководство, директоров и всех родных и близких за достойную оценку их трудов и возможность сегодня быть в числе лучших. Он дал мне знания, естественно, огромное количество друзей, которые во многом мне помогают сейчас в этой жизни. Он дал мне опыт, огромный опыт, и я вот ни капли сейчас не жалею, что поступил именно сюда и посвятил эти 6 лет обучения именно Казанскому федеральному университету. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз.